утро бесподобно. Наши соседские яхточки на якорях. Ну, кстати, я смотрю, они все, видимо, собственные, в смысле не чартерные, потому что куча оборудования, солнечные панели, ветрогенераторы и так далее, необходимого для автономки. Чартерные яхты таким не могут похвастаться. Цикады цикатят из леса. Эти лесистые берега для Турции вообще редкость. А я с утра искупнулась. Витя проплылся на тузике. Да, Витя? А что, купаться не будешь? Белка пока спит. Утро здесь прекрасно. Конечно же, искупнуться. Хороша вода, да? Да. Убираем тузик и поплывем. Архангельск – очень красивое место. Сюда можно приходить на пару дней, чтобы погулять по живописным островам, покормить диких зайцев, покупаться на отмеле. К сожалению, недостаточная автономность яхты и жесткий график переходов не позволили нам задержаться здесь еще на денек. Так, давай, дай трави. Дай побольше оборотов на якорь. Снимаем страховку. Готов? Смотри, вот такая коса. Только руми! Якорь оторвался! Малый назад, моем! Идет. Ну что, помылся? О, красота! Или вообще вот гора вон всем нас повернула, и французов, соответственно, симметрично повернула. Коза, смотри, на острове зайчик. Зайцев не увидели, зато кот посмотрели. А вот берег внизу, а на какой берег? Я вижу. Прям внизу белый. Да, я вижу. Да, вон рядом чувак. А черный наверху был, а травку прям ел. Вот она. Невероятно красивое место. Вот эту петлю. Оп, Питер приобщает пошли, молодежь. Пошли, потом еще раз. А почему яхтингу? И под эту же петлю. Учит вязать морские узлы. Нет, нет, не нужно. Ну, вы это звали, да, я так понимаю? Раз. Раз. А по какой причине это звали? Вот. Да, по какой причине это звали? Опасности. Я его не вижу. Ага, да. Очередной знак опасности. Вот он. Будем сейчас обходить. Судя по виду, там мель, потому что вода там светлая, бирюзовая. Это же
живописная скала. Место там свободно, по-моему, не найти. Мы немного отклонились от курса, чтобы пару часов отдохнуть и поплавать в невероятно красивой бухте, а уже потом продолжить свой путь в Селемир. Это чудесное место располагается здесь. Итак, высаживаем десант на берег. Будем швартоваться к деревьям. Не тратьте, пожалуйста. Тапочки не потеряйте. Папа нырнул? Мы папа нырнул. Папа, как вода? Так, отходите, здесь веревка, ребят. Из этой прекрасной бухты. Координаты я вам уже дала. Будете поблизости, обязательно посетите. А мы направляемся в Селемир. Какие интересные скалы. Такие каменюки, столбы поднимаются из воды. Заходим в Селемир. Сейчас будем искать ресторанчик с причалом, с водой и с электричеством. Витя здесь был в Авроре. Может быть, пойдем туда. Все равно ресторанчик пойдем, поэтому. Выбрасываем кранцы. Давай по очереди. Давай. Готовимся к швартовке. Между ними мы пройдем. Ну что, добро пожаловать в Селемир. Встали между катамараном, высоким как джип, и яхточкой. Вышли прогуляться по городу. Красотень здесь. Очень красиво все и на берегу, и отельчики, и кафешки. Очень уютное местечко. И крабик. Все очень душевно. И даже кошечки. Уже понятно. Юля. Еще один крабик. Крабик. Красавчик. Свит к нам попа и что-то хомячит там внизу. Что ты делаешь? Камехачка.
Вот так мы пришвартовались. И вот здесь, за крайним столиком, вот за этим, мы будем ужинать. Классно швартоваться прямо к ресторану. А еще у соседнего катамарана шикарная подсветка дна. И под нами вот такая вода. Просто фантастика. Можно всю ночь заниматься дайвингом, либо снорклингом. Кстати, здесь очень много людей, прям на улицах в масках. Если честно, мы на улице не одеваем, потому что высок риск получить загар по маске, чего бы очень не хотелось. Но факт остается фактом. Вообще, я читала, что это связано с тем, что в Турции очень большие штрафы за появление в общественных местах без маски. Что скажешь, Витя? Темно, меня не видно все равно, так что могу говорить всякую чушь. Тебе видно очень хорошо. Чушь.